Незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывные устройства граждане могут сдать в рассказовский отдел полиции за денежное вознаграждение. Добровольная сдача любых предметов вооружения освобождает гражданина от уголовной ответственности. В настоящее время отдел полиции проводит работу по приему от населения незаконно хранящихся предметов вооружения. Оружие следует сдавать в городские и районные органы внутренних дел по месту жительства. Горожанам, добровольно сдавшим предметы вооружения, выплачивается денежное вознаграждение. Автоматическое оружие – 7500 рублей. Охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом, а также комбинированное оружие – 4000 рублей. Артиллерийские снаряды, авиабомбы и кумулятивные заряды – 4000 рублей. Ручное реактивное оружие, гранатометы и боеприпасы к ним – 3500 рублей. Боевые, служебные револьверы, пистолеты, а также гражданское оружие, оружие ограниченного поражения – 2000 рублей. Ручные гранаты, мины – 2000 рублей. Охотничье, пневматическое, огнестрельное, гладкоствольное оружие, спортивное гладкоствольное оружие – 1500 рублей за одну единицу. Взрывчатое вещество, кроме пороха, 1500 рублей за 100 грамм. Газовое оружие, оружие самообороны, самодельное огнестрельное оружие 750 рублей за единицу. Детонаторы 300 рублей. Порох 50 рублей за 100 грамм. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 10 рублей за одну единицу. Боеприпасы к гладкоствольному оружию 5 рублей за одну единицу. Основные части огнестрельного оружия ⁇ ствол, затвор, ударно-спусковой механизм, ствольная коробка в размере 30% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия. Полиция напоминает гражданам, что категорически запрещено самовольно перемещать взрывные устройства, авиабомбы, снаряды, ручные гранаты и мины. Необходимо вызвать сотрудников полиции на место их нахождения. Чтобы получить лицензию на оружие, можно воспользоваться интернетом. Услуги оказываются не только при личном обращении граждан в органы внутренних дел, но и в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг МВД России по адресу www.gosuslugi.ru в разделе «Личный кабинет». Зарегистрироваться на портале госуслуг помогут также сотрудники многофункционального центра города Рассказово. Телефон для справок 32 3 28.